Выставочный проект «Многоликая Россия» представляет вниманию зрителей архивные фотографии Российской империи второй половины XIX – начала XX веков из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «Росфото». В первую очередь, это художественный проект, который, я надеюсь, позволит всем вам, нашим любимым зрителям, именно увидеть собирательный образ нашей страны в работах гениальных художников, фотографов XIX, начала XX века. Я говорю художников, потому что по прошествии времени мы все больше начинаем ценить фотографическое изображение именно как художественное произведение. На этих фотографиях виды крупных городских центров Российской империи – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Работы известных мастеров фотоискусства того времени с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения государства Российского. Цели и задачи этого форума очень созвучны той выставке, тому выставочному проекту, который мы сегодня открываем. И сегодня здесь мы видим на этих удивительных работах культурное наследие городов, древних, современных городов России, которые являются поистине символами нашего государства. Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Архангельск и многие другие. И что еще очень интересно, что эти работы поражают не только своей художественной выразительностью, но и высокой исторической точностью. На выставке зритель увидит типажи – крестьяне, дворники, извозчики, торговцы, видовые и жанровые съемки русской деревни, а также снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. Здесь вы увидите фотографии самого известного, последнего, бала императорской семьи, который прошел в 1903 году. Свидетели бала – портреты из фотоателье. Также на выставке фотографии народностей – татар, мордвы, кавказцев. Так символично выставкой открылся форум и продолжился пленарным заседанием по разработке всероссийского культурно-просветительского маршрута по местам бытования традиционной культуры народов России, художественных промыслов и ремесел под названием «Многоликая Россия». Примечательно, что для разработки маршрута выбрали именно Рязань. Среди всех всероссийских культурно-туристских проектов это будет самый большой маршрут. Он пройдет по всем федеральным округам. Все регионы могут что-то предъявить. Поэтому этот маршрут, не маршрут в прямом смысле этого слова, это не линия на карте. Это глобальный большой проект, который соткан из действительно маршрутов и субмаршрутов. Мы по итогам нашей встречи в Рязани должны по существу принять решение, кто из регионов, какие из регионов, и не только регионов, и какие из культурных институций войдут в маршрут уже в 2023 году. Главными тематическими направлениями форума, проводимого в год культурного наследия народов России, станут народный костюм, 200-летие с начала официальных археологических раскопок на городище Старая Рязань, 870-летие города Касимова. Форум сохранит международный формат, включая онлайн-режим проведения некоторых мероприятий. Таким образом, в 5-м международном форуме древних городов примут участие представители более 200 древних городов России и мира.